У меня есть баночка домашних консервированных персиков. Вот такой получился пирог. Я его уже достала из формы. Он немножко остыл. Вот такой красавчик. Сейчас разрежем. Он нежнейший. Не многовато ли я отрезала? Вау, смотрите. Какой, да? Пар идет еще горячий. Оу! Блин. Упал. Шикарный. Горячим. Тесто просто как пух. Очень вкусно. Приятного аппетита!